Крым, особенно Севастополь, является собой первый передовой форпост охраны нашего завтра и послезавтра. Меня вдохновила реакция местного населения. Я видел этот восторг, эти глаза полные слез ветеранов и, так сказать, матерей многодетных и прочих. И это была эйфория, конечно. Да, сейчас надо работать. Им надо заниматься по полной программе, потому что мы совершенно не знаем людей, которые пришли к власти там. Ну, мы их не знаем, может быть, узнаем, но если они там обрастут коррупцией, то тогда смысл всего этого дела.